чем лежат ваши главные интересы, с чем они совпадают? Не знаю. В чем смысл жизни каждого гражданина? Ну, не знаю я. Ну, чтобы работать, я не знаю. Ну, чтобы быть честным, не предавать кого попало, защищать родину, когда потребуется. Главный, так сказать, ствол. В чем? Я вас спрашиваю. Да не знаю я. Не знаю, что хочешь, делай со мной. Не знаю. Ты что, дурак? Да вы... Что ты от меня хочешь? У каждого народа свой основной инстинкт, своя главная слабость. У французов любовь, у немцев порядок, у бразильцев карнавал. Что у нас? Какой наш главный инстинкт? К чему вообще нас тянет чаще всего? К пьянству, воровству, хождению в гости, вранью, матершине, обжорству, сексу и глупости. Среди них надо определить наш самый главный инстинкт. Возьмем обжорство и пьянство. Что сильнее у нас? Едим много. Если во всем мире едят 3 раза в день, то мы едим 3 раза в день и 2 в ночь. Жизнь проходит между кухней и туалетом. Самые распространенные болезни – понос, запор, изжога и кота. Едим все, кроме сильно ядовитых грибов, наростов, лишайников. Грудной ребенок у нас кричит, это что? Или хочет есть, или объелся. Вот так едим, а пьем до еды, после еды, во время еды, вместо еды. Пьем больше. Теперь возьмем вранье и матершину. Врут все на каждом шагу. Это у вас обувь вьетнамская или китайская? Это голландская или итальянская? Откуда у вас вилла, Мерседес, яхта, бронетранспортеры? Бабушка оставила. Вы на мне женитесь? Да. Кто же еще? Амат, с утра. Ой, день сегодня какой хороший, твою мать. Солнце его мать улыбается, и облаков их мать нету. Прям поет все в этой ее мать в душе. Трудно определить, что у нас больше, мат или вранья. Спасибо женщинам. Они матом только в сердцах, а соврать могут без особых усилий. Вранье поглавнее. Посмотрим теперь, что поважнее для нас. Секс или в гости сходить? Ну что, лукавить не дети. Поглавнее, конечно, сходить в гости. Секс у нас как-то... Да? Не так. В гости-то мы. Хоть каждый день. И в гости же не на 10 минут идешь. И не к одним и тем же все время. А секс у нас как-то, да? Не так все-таки. В гости не смог пойти, ну и ладно. Не смог и не смог. Никто на тебя косо не посмотрит. Сил нет, вот и не смог. А секс у нас все-таки, да? Как-то... Как телевизор. Хочешь, не хочешь, а смотришь. Выключил, думаешь, что смотрю? В гости сходить у нас поважнее. Осталось сравнить воровство и глупость. Глупости много, потому что понять ничего нельзя, потому что ответ на все вопросы один – по кочану. Дали всем по ваучеру, одни стали нищие, другие олигархами. Почему? По кочану. Пособие, стипендии, пенсии ниже прожиточного минимума. Почему? По кочану. Дурят нас через край, все-таки воровство еще больше. Почему? По кочану. Из 8 осталось 4 главных инстинкта. Воровство, вранье, сходить в гости и пьянство. Какой самый главный? Берем пьянство и вранье. Если все, что мы наврали, бухнуть в то, что мы выпили, затопит с головой МЧС. Единственное, во сне врут мало, а пьют много. Пьянство впереди. Теперь воровство и сходить в гости. Еле живой в гости не пойдешь. Если уже не видишь, не слышишь и глотать больно. А если что-то плохо лежит, взять потянешься, даже если при смерти. Без сознания ворует.
Так и говорят на суде, не сознавал, что делал. Воровство главнее для нас. Теперь финал. Воровство и пьянство. Воруем все. И что нельзя, и что не нужно. Пьем все, и что живит, и что мертвит. 1000 лет не могли определить, что у нас впервые. И только недавно один вороватый выпивоха проговорился. У него задний нос чешется 16 раз, а рука 17. Воровство у нас основной инстинкт. О чем это говорит? О том, что мы пропадем. Нам нужен другой основной инстинкт. Спасибо.